Привет всем, доброе утро. Привет. Опа. Ну что, моя интернациональная семья, готова разорвать твой? Главное, чтобы ты, Маратик, печень свою не разорвал, потому что там Серик будет, у которого нет дна. С ним рядом не сидеть. О, Серик, ага. Куда кое-л? Давай полегче. Это мой базар. Во-первых, не сидеть с ним – это будет яд. Во-вторых, не пить с ним – это будет силомал. Смотри-ка, по-казахски заговорил. Лишь бы повод найти, а? Но ведь божуха святое. Ну что там, Серик, стих готов? Это, улен жататым ба? Кеше тойда болды, кой, сол тақпақтайта салам. Вчера были на тое, его я расскажу. Не, Серик Бол, не пойдет. Это той, Кайржан ага, и стих должен быть особенный, прям такой яркий, мощный. Хы, Кайржан ага, өткен жыл амандасқаның үшін 50 000 тенге берген кісі ма? Да ладно. Тань, представляешь, он только поздоровался с Кайржан ага, ему уже 50 000 тенге дали. А если он стих прочитает, так мы кредит же закроем, Тань. Да, перестань все, главное, чтобы Серик Бол рассказал стих лучше, чем сын Жанки. Тоже верно. Ну что, Серик Бол? Қандай өлен тағы бар? Ғашықпын, шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам, сол бола мамам ба? Стоп. Ты что, Макатаева знаешь? Не, сіз Макатаев туралы білес ба? Все мы в детстве читали Макатаева, да? Давай, паска. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалаң, сен де бір кірпіш неге, тетігін тап та барғалаң. Прекрасный стих. Угу. Марат, переведи. Ты тоже кирпич, найди дырку. Нет, сынок, но дядя Кайржан человек с 90-х. Напомни про кирпич. Он бутылочкой тебе напомнит. Нет, не пойдет, сынок. Давай баска, светлый стих какой-нибудь. Светлый надо. Угу. Ноу бар. Давай. Қараңғы қазақ көгіне, өрмелеп шығып күн болам. Қараңғылықтың егіне, күн болмағанда кім болам? Великолепно. А что такое көгіне? Қараңғы. Это темно. Скарабкаюсь, буду солнцем, еще раз темнота. Жоқ, балам. Он же, я же говорю, с 90-х, дядя Кайржан. А тут опять темнота. Он плащ накинет, и все. Той весь вот. Погоди. Сейчас я тебе свой стих напишу. Ну, вот финальная строка есть. Око. Любимый дядя Кайржан, ты для нас идеальный Жан. Егер трудности будет у тебя, ты не печалься, ешь кашан. Браво, браво. Ну, видела, как я двух зайцев сразу. И казахов не обидел, и русских уважил. Окей. Ол тақ бақыттан кейін, олар бізге емес, біз оларға ақша берейін деп тұрмыз ғой. Полностью согласен. Да, сынок, правильно говоришь. После этого стихотворения к нам денежка так посыпется. Чип-чип-чип. А, Танюшка, иди. Чип-чип. Я тебе говорила не садиться рядом с этим Сериком. Марси. Давай, плюхайся. Никогда меня не слушаешь. Ну, зато смотри. Призы какие. Ой, нужны мне твои призы. Домой бы пришел здоровый, целый. Вот, молодец. Еще давай, еще. Ну, захлебнусь. Сынок, ты зачем все это набрал? Ну, полный холодильник продуктов. Не, лохмани. Бул казахтын дәстүрі. Алмасан яр болат, немесе лох боласан. Лох. Слышь, лох, а зачем Макатаева стихи прочитал? Хорошо, что там многие казахского языка не понимают. А че, она? Енді мен қазақша түсінбейтін тойға бармай ақ қойыншы. Біріншіден ақша бермейді, ал екіншіден сарқыт жинап жатсаң барлығы бақырайып қарап тұрады. Шаршадым мен, бармайын. Вай, рас.